Я не специально. Нет. А мы пойдем. Тихо, стоп. Пойду забор заказывать сейчас, ребят. Поеду тащи. Здравствуйте. Все, подписчиков встретил, точнее, они меня узнали. Всем привет. Это кто у вас? Канапа. Это Стаффорд. А ты не поверишь, я у тебя хотел прикурить. А чё он такой весь? Но все никак, я ее увидел и не мог просто. Да? Нет, она классная. Все, успокойся. Слушай, а чё ты такой пятнистая? Это гипертная, прикольная. Вот такая вот. Это откуда ты ее взял? С Краснодара привез. Да? Да. С документами, без? Нет, без документов, да. Красавец. Так, сок заказали. Говорит, столько видосов твоих смотрел, что собаку завел себе. Вот так. Так, мы Раджабика смотрим. И вот так у нас. Это только обед, ребят. А что вы не доели даже мясо? Офигели? Творог не доели, мясо не доели. Вы что, офигели? Вы офигели? Просто офигели. Девочка, которая боится. Хочу ее забрать сейчас домой. Привет. Вы обжор. Вы уже не доедаете. Да? Уже не доедаете. Вы не доедаете. Малая сидит там, еще не знает, что я заберу сейчас. А я заберу. А это ходит, ищет себе пропитание. Что, заберем, пусть дома посидит. И убегает. Эти ко мне, иди от меня. Вот и все. Где ваши трусишки? Ну, ты хочешь зайти? Покушать? Ну, иди. Луна, иди. Иди сюда. Луна, иди сюда. Лаш. О, вспомнил, мам. Мам, ты вспомнил. Сейчас, смотрите, так чавкать сейчас. Чавкать. Араб. Пиздюки мои, пиздюки. Иди. Как поросята. Да уже высос. Ух, там молока столько еще. Ни хера ж капает. Давай теперь. Ни хрена луна. Мясо с молоком. Хотим? Конечно, они будут не доедать мясо. Луна молочная. Оказались. Эти кайя молочные. Все, забираем. Мы забираем сейчас кое-кого. Луна, иди гуляй. Луна, иди. Луна. Иди, Луна. Иди, Луна, иди. Луна, иди. Опа.
Не надо их на улицу. Дайте вот эту бандитку возьму. Пусть со мной потусуется. Да отстаньте. Отстаньте, вы от меня сказал, отстаньте. Пойдем, тебя забираю. По кашкам надо. Это моя сказка. О, там открыто. Я аж открыл, чтобы проветрить. Так, пока. Чё, Лу? Не надо шарахаться. Лу, тебя надо закрыть, сейчас достанешь. Сейчас достанешь. Ёздёнечка. Ой, Луна, ну это собака кошачья, нельзя, потом. Так, ладно, да я забираю. Ты тоже давай вылетай. Тише, бежи. Как Аяврик, помните, когда злятся, нервничать начинают, задираться. Такая же история, это ж волк. Номер один, номер девочка, номер один мальчик лично цепляется. Ладно, пойдем мы домой. Ветер у нас. Малым дам, пусть поиграется. Понянчитесь с ребенком. Мы ролик смотрим. Кушаем курочку по чуть-чуть. Потихоньку привыкай. Ну ничего. Так, за парты не балуйся. С армянами так. Пип-пип. Комментарий, на комментарии отвечай. В этом видео фигурируют ключевые слова. Армяне, долг, 150. Мы открыли холодильник и яйцо перепелиное решили. Что она поест, да? Ты хорошо училась сегодня? Люблю таких осторожных, аж хочется их нянчить и любить. Она молодец, уже такая тик-тик двигается на руках. Неудобно, одну руку держу. Давай, Кузя. Ну ты ж кушал, подожди. Так, аж солнце засело. Давай. Ну все, не надо. Кузя. Отошел в культурно на полдень. Только ж ела. Да что ж ты не хочешь теперь? Не хочет. Симба да ест. Симба да ест. Все, она уже уверенно ставила, ребят. Уже пошла. Пошла. Поняла, что уже бояться не надо. По мелочи. Сейчас придет. А ролик свой смотрю, прикол. Это редкое явление. Я сейчас сижу и думаю, она же хитрая вол. Думаю, а вдруг она сидит и думает. Если я буду бояться притворяться, то они меня будут брать себе и нянчить. Наверное, так и происходит у него. Сижу, он будет делать коктейль Молотова. Ой, а это вообще прикол маленький, смотри. Сидит, смотри, осторожно. Красавица ты моя. Опа. Очень собралась. Хочешь пройтись, но иди, только не убегаешь. Вот бегай, вон иди к кошаку. Давай что. А у Симба так по делам.
Ничего, скажи, я вырасту скоро. Сима, давай. Ты видел, что он сделал? Говорит, понюхай мой задок. Давай, давай, иди бегай. Иди бегай, милый мой, иди бегай. Знаешь, чтобы она играть начала. Сима пошел ковер мять. Пугает, пугает ее. Подожди, ну подожди. Ну нет, ковер. Ну подожди, говорю, подожди, подожди. Так. Тимой, пить бульчик. Пип-пип. Ты туда не пойдешь, я запрещаю. Сойдут? Как ты в кафе полугнилое делал? Это прикол. У Снежаны было кафе. Все из полупротухшего. Я шучу. Смотрите, как она готовит. Круто. Очень, кстати, вкусно готовит. Очень вкусно. Боюсь поправиться уже даже. Ребят, смотрите, прикол. Давай. Она пьет, короче. Давай, давай, пей. Хватит. Сейчас телегу засниму. Дарида, дарида. Ну зачем это ей, ну зачем? Без тебя в жизни много. Молодцы мои. Вот сестры мои звонят, прикол, они чуть не открыли вот эту дверь. Офигеть. А? Да, да. Только пошла, буду стрим делать. Понял? Эй, они откроют, честно. Так, ангел, честно, чуть неудобно, вон она, шунга. А? Ну зачем это ей, ну зачем? Без тебя в жизни много проблем. Дари-дари-дари, вы что такие чистые и красивые? Но летят словно птицы года. Слушай, что делать? Открывает, негодяй. Так, давайте, блин, опасно. Так, все, тихо.